Друзья, всем привет! Сегодня у нас 6 апреля, и у нас зацвел абрикос. Вот так он цветет у нас, очень ясно. И что интересно, всегда в это время, когда цветет абрикос, у нас идет похолодание и сильный ветер, не знаю, сейчас слышно меня нет. Вот этот цветет у нас абрикос, называется персиковый. Вот так он цветет рясно достаточно. А первым зацвел абрикос в конце нашего огорода. Не знаю, сфокусирую я, нет, дерево показать. Вот там вот видно веточки. Вот он вперед зацвел. А вот этот зацвел буквально сегодня, вчера распустился. Вот такая красота. Началась у нас настоящая весна. Но, как всегда, с похолоданием. Сегодня ночью был минус. Минус 2 было. И завтра минус 2 на утро обещают. Ну, а потом вроде уже и потепление придет. Все, друзья, всем спасибо большое. Всем весны, цветов, добра и здоровья.